Привет всем моим подписчикам «Партизанская правда за батьку» и также гостям канала «Партизанская правда за батьку». Ну, как вам такая картинка? Партизанский Дед Мороз со Снегурочкой-партизанкой. Это, значит, моя супруга Золотая Фея. Ну что, как картиночка вам? Ну и сейчас немножко о другом. Давайте посмотрим еще одну картиночку. Боюсь, змогарчики этого не обрадуются. И не дай бог, если на этом мясокомбинате, это куплено было здесь у нас в Болгарии, работают змогары. Наверное, побегут за баллонами с краской, чтобы закрасить эту этикетку. Ну а сейчас, друзья, давайте посмотрим выступление Тихановской. Но, пожалуйста, не давайте Европе забыть о нас. Не давайте Европе возможность в такой ответственный момент отвернуться от нас. Будьте настойчивы, я вас прошу. Помощь из других стран сейчас важна, как никогда. Но, пожалуйста, поднажмите еще, потому что вы должны сделать все возможное, находясь здесь на местах, чтобы привлечь как можно больше внимания. Что, пожалуйста. Мне не нужна власть. Я хочу детей, я хочу мужа и дальше хочу жарить свои котлеты. Вот знаете что, друзья, я не могу понять эту дуру. Вообще не могу понять. Тупановская, Трухановская, как ее только не уже мы не называем. В общем, не знаю уже, как ее назвать. Но если ты не хочешь власть, хочешь жарить свои гребаные котлеты, хочешь мужа, ну за каким ты хреном орешь, введите санкции, помогите. Если тебе не нужна власть, откажись ты, орешь на каждом углу. Орешь на каждом углу. Откажись и скажи, да пошли ты вы нафиг. Говорит, дорогой товарищ Лукашенко, правьте, я не хочу ни власть, ничего, я буду жарить котлеты. Чего, смелости нету? Или тебе там за одно место держат? Идиотка, вот действительно, друзья. Ну и давайте немножко представим другое. Но, пожалуйста, не давайте Европе забыть о нас. Не давайте Европе возможность в такой ответственный момент отвернуться от нас. Будьте настойчивы, я вас прошу. Помощь из других стран сейчас важна, как никогда. Но, пожалуйста, поднажмите еще, потому что вы должны сделать все возможное, находясь здесь на местах, чтобы привлечь как можно больше внимания. Что, пожалуйста. Мне не нужна власть. Я хочу детей, я хочу мужа и дальше хочу жарить свои котлеты. Ну а теперь, господа из СМИ, из СМИ, по-моему, короче, господа корреспонденты, я вам предоставляю задать мне вопросы, а также всем гражданам, кто стоит тут. Здравствуйте, госпожа Тихановская. Я есть корреспондент BBC. Что вы скажете за та ёлка, которая стоит у вас за спиня? В каком смысле, а? Что вы имеете против того, что ёлка за моя спина стоит? Что вы хотели сказать? Госпожа Тутхановская, я хотел сказать... Продолжайте, господин Дудон. Я не Дудон, я Джон. Понятно, вам лучше и не говорить за эти вопросы. Так, есть еще кто желает задать вопросы, а? Да, госпожа Тихановская, я корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Вот первый господин Джон, меня зовут Алекс Балуалекс. В общем, я хочу сказать то, что у вас за спиной стоит елка. А какого цвета елка должна быть? Она сзади у вас почему-то два цвета. Бело-красно-белый. И что? А какой она должна быть? Разве не такая елка должна быть? Разве не такие в лесу растут? Давно в лесу не была. Госпожа Мухосровская, елка должна быть зеленый цвет. Да, забыл сказать, откуда я. Я из континента США. Ах ты, яд, ты лукашист! Вон отсюда! Ты от Саши! Вон лукашист отсюда! Вон! Ты от кровавого Луки! Ты кровавый режим! Вон отсюда, охрана! Моментально убрать этого Лукашенко! Светлана Георгиевна, вы что? Это корреспондент из Америки! Вы что? Это же из Америки корреспондент, поэтому США! Уф! Быстро занавес! И донесите мне памперсы! Быстро! Я описываю себя в парковке!
Ну ладно, хорошо, госпожа Тигановская, но должен вам народ ЕС со своих налогов давать деньги. И зачем? Для чего? Зачем вам нужны эти деньги? Как зачем? Алекс Болваникс. Нет, или Пуканикс. Ну, не важно, суть разговора. Нам нужны деньги для того, чтобы красить попы синей краской и сказать, что это бьет ОМОН. Вот для этого нам нужны деньги. Еще плюс на кетчуп. Сказать, что ОМОН бьет нас по морде. Как же мы власть-то снесем? Да я хочу еще и жарить котлеты. Госпожа Тихановская, если вы хотите жарить котлеты, зачем вам нужна власть? Зачем? Для чего? Вы же, как вам сказать, но президент сейчас Лукашенко. Нет, я президентша. Я великая и мудрая. Я мудрая президентша, жарительница котлет. Я же попросил за эту луку больше не слышала этого господина вон. Друзья, посмотрите внимательно, правильно? Это Дедушка Мороз и Снегурочка наши партизанские такие все. Ох, как дадут с Магаром. Ну, вы поняли, что. Ну и так, друзья, мне повезло. Короче, я, получается, что два раза отмечаю Рождество. Значит, здесь, в Болгарии, отмечаю два раза. Это, значит, болгарское Рождество. Болгария православная страна. Здесь Рождество 25 декабря. Ну и плюс наше 7 января отмечаю Рождество. С наступающим праздником, дорогие уважаемые болгары. Честита Коляда, веселье, праздницы. Также мы с супругой поздравляем всех моих подписчиков, гостей канала «Партизанская правда за батьку» с наступающим 2021 годом. Желаем здоровья, счастья, успехов, и чтоб в следующем году не было ни... Алло, Александр Григорьевич. А, понял. Все, молчим. Мои подписчики молчат и слушают вас. Я вижу порядочного и законопослушного гражданина. Поставьте лайки и не забудьте подписаться. Ну, вы слышали, что сказал Александр Григорьевич Лукашенко. До новых встреч, друзья!